Вот такая кроха, маленькая, беззащитная, месяца полтора всего, а сколько боли. Его нашла женщина, позвонила мне и сказала, что в коробочке малыш. Я сказала, хорошо, привозите. Девушка привезла мне ребенка. Нашла она его на столбовой. Что с ним случилось, ребята, мы можем только предполагать. То ли кто-то наступил, то ли кто-то сильно ударил. А может, просто выкинули из окна машины, как обычно бывает. Надоел, поиграли, вышвырнули. Из окна машины, из окна квартиры. Ведь в наше время их воспринимают как вещи. А он плачет. Маленький и плачет. И просит помощи. Ребенок просит помощи у нас с вами. Друзья, перед вами Рыжик. Я не буду больше говорить и много говорить не буду. Я считаю, что вы сами все видите и сами понимаете. Самое страшное, когда обижают вот таких малышей. И дай нам Бог с вами сил помочь ему. Я очень на это надеюсь, мои хорошие. Такое дитё трогательное, такое малюсенькое. Голодный весь, замерзший, весь трясется. Я его на ручки взяла, ребята, но это просто такое ощущение, что трепыхалось просто сердечко, а не само животное. Вот такое крошечное, маленькое, беззащитное существо. И жизнь его в полном смысле слова в наших с вами ладонях. Я буду благодарна вам, друзья, если вы отзоветесь. Буду искренне благодарна. И спасибо за доброту ваших сердец, за вашу душу, за человечность. Спасибо вам, люди. Спасибо за то, что вы с нами и помогаете спасать самых беззащитных, самых трогательных. До слез просто, ребят. Фирь, иди ложись сюда, давай. Иди. Да, что ж ты весь трясешься, маленький? То ли на него кто-то наступил, то ли кто-то ударил. Совсем крошечный, ребята, от силы ему месяц-полтора. Все. Укутался, спи. Спи, солнышко. Поспи немножко, а то трясешься весь. Сейчас теплую бутылочку еще с водичкой дам. Сейчас, мой золотой, намерз. Замерз ребенок, замерз, весь трясется. Ничего, покушал. Сейчас еще бутылочку, грелочку принесу. Все будет хорошо. Потом будем думать, куда ехать.